Всем привет! Вы на канале МакКаллистер. Очередной выпуск шоу на канале «Россия-1» прошел без актера. Несмотря на успех у зрителей и жюри, Дюжев был вынужден взять время на выздоровление. Судя по всему, Дмитрий планирует появиться на паркете через пару недель. 42-летний Дмитрий Дюжев с восторгом и упорством принимал участие в проекте, и даже внезапно подкосившая его болезнь не смогла сбить настроя артиста. Он вышел на связь с публикой и признался, что безумно скучает по шоу и мечтает скорее вновь оказаться на паркете. «Чувствую себя великолепно и жду возвращения на проект», – заявил актер. Вероятно, здоровью Дюжева сейчас ничего не угрожает. Он появился в кадре в бодром расположении духа и совершенно не выглядел больным. Пока неизвестно, сколько времени артисту потребуется на восстановление. В ближайшие дни ему предстоит лечение и профилактика. Поклонники надеются, что вместе с партнершей Дмитрий вновь покажет класс на сцене танцевального шоу. Напомним, что актер работает в паре с танцовщицей Марией Смольниковой. Их дуэт особенно полюбился зрителям еще с первой передачи, а восторги жюри только подкрепили симпатию поклонников к данной паре. Получится ли Дюжеву и Смольниковой догнать лидеров программы, сказать сложно. На данный момент в числе фаворитов находятся Сергей Лазарев и Екатерина Осипова, а также Михаил Щепкин и Екатерина Шпицын. Кроме того, поклонники активно болеют за Даву, который дважды вышел на паркет с поврежденной рукой. Полученная травма не помешала блогеру удержаться в шоу на высоких позициях. Помимо временно выбывшего Дмитрия, на этой неделе «Танцы со звездами» покинули Игорь Миркурбанов и Дарья Шелыганова. Дуэт набрал наименьшее количество голосов телезрителей и исполнил последний танец номер на проекте. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и не забудьте подписаться. Всем пока!